Всем привет! Хочу с вами поделиться информацией, почему я продаю Boss Katana Air и оставляю себе Yamaha TCR-10-2. То есть, если сравнивать, например, по характеристикам, по звучанию, то примерно, что Yamaha, что Boss Katana, они все звучат одинаково, поэтому сейчас в этом видео я не буду сравнивать звучание. То есть, как говорится, тут смысла никакого нету. Продаю я вот этот босс по другой причине. То есть, да, здесь много всяких крутилок, настроек, передатчик очень хорошего качества, без всяких помех, которые работают. В Yamaha, естественно, такого нету, тут все минимально. Ну, тут есть какие-то небольшие эффекты, которые управляются с помощью вот этих потенциометров непосредственно на самом комбо-усилителе, но здесь, естественно, больше настроек. Но с чем я столкнулся? То есть, когда эти вообще маленькие комбо-усилители предназначены для индивидуальных занятий или, например, чтобы взять с собой куда-нибудь на дачу, на природу поиграть, и столкнулся с такой проблемой. Например, я включаю минусовку на телефоне, все это соединяется по Bluetooth, звук идет через колонки. Плюс к этому звуку минусовки подмешивается, естественно, звук гитары. И что, оказывается, для меня было открытием, что Boss Katana Air не имеет ни вот на этой панели, ни в самом приложении регулировки уровня громкости микса. То есть это настолько получается недоработка, что приходится делать звук минусовки с помощью вот этих кнопок на смартфоне громкости. Причем даже, насколько известно, в новой модели Катаны то же самое. Хотя вот в Yamaha существует отдельная крутилка аудио. Очень удобно. То же самое можно делать через приложение от Yamaha. В Боссе этого нету. Поэтому вот этот хороший во всех отношениях аппарат я продаю и оставляю себе Yamaha TCR. Но есть большой минус. Она не имеет разъема под батарейки. И приходится подключать вот такой пауэрбанк. Но единственное, что надо найти переходник, есть на Алиэкспрессе, на Озоне, который преобразует 5 вольт в 12, и все будет работать.